Здравствуйте, господа. Сегодня вот очередная красота у нас на обзоре. Италикс Омега. К нам приехали баллонки напрямую из завода Реглас с Италии. Ну вот здесь вот я взял для натюрморта так называемого. Несколько штучек положил. Вообще коробка там стоит за кадром. Две коробки, пятерка и шестерка. Мы просили семерки, но семерок пока нет, поэтому только 5,6 метров они выпускаются. В общем-то, так мы и взяли, 5,6 метров. Ну, Italix бренд, я думаю, уже многие знают. Знают его по Fusion, по маховому удилищу Fusion. Теперь скоро Федора выйдут под этим же брендом. Тоже итальянские по Fusion, как известно, это Mavir Fece. Вот теперь появились баллонки, которых долго ждали, и в общем-то они достаточно быстро приехали. Не успел я сразу снять первую же партию, как нам приехали эти баллоночки, потому что приболел. Поэтому вот сейчас уже две партии мы распродали, и люди, может быть, уже не хуже меня знают про них и уже опробовали их на водоеме. И, наверное, может быть, в комментариях дополнит, у кого они уже на руках есть, какие-то там их впечатления. Но я думаю, только положительные. Ну, давайте начнем. Вот так они поставляются, прямо с завода Реглас. Ну, Фречу, наверное, помнят все. И самые дорогие махалки Мавера, которые приходят просто вот в таких же полиэтиленовых пакетиках. Вот здесь то же самое. Распаковываем. Защитный чехол, хороший, жесткий, с запасом, с нормальными лямочками, то есть здесь все вот идеально. Ну давайте сразу тогда и пятерку, и шестерку я прям перед вами раскрою. Значит, что могу сказать? Тонкий бланк, ну, как сейчас принято называть, слимовый, если это можно адресовать к баллонесту. Значит, тоненькая абсолютно ручка, что у пятерки, что у шестерки. Сейчас у меня пятерочка в руках. Ну, здесь Italix, катушка-держатель фирменный. АЛПС. Кольца Fuji. Здесь вот такая бирочка. Плюс на каждом колечке тоже написано Fuji. Они не высоко посажены от бланка. То есть это намекает нам о том, что удочка универсальна. То есть колечки, они невысоко подняты и они не прижаты к бланку. Ну, в общем-то, поэтому их на нее можно ловить не только на течении, но и с настоящих водоемов, там даже крупную рыбу, карпика и так далее. Коленца усилены. Я фотографию покажу обязательно. То есть здесь видно прям явное усиление каждого колена. Кольца, еще раз вернемся, на относительно легкой раме, с тоненькими вставками, приятные колечки. На хлысте имеются два разгрузочных скользящих кольца. И на втором колене у нас одно разгрузочное скользящее кольцо. Ну, строим мы сейчас посмотрим, что как чего. Здесь у нас Made in Italia. By Reglas. Ну, в общем-то, по структуре бланка, да, действительно, по тому, насколько я насмотрелся Италию и Реглас, действительно Реглас. Давайте взвесим. Пока значит, есть. Пятерка 190 грамм. И шестерка
Все в режиме онлайн. 249 грамм. Транспортная длина. Сто пятьдесят два сантиметра. Так, могу сказать что, о них что? Удочка универсальна. Абсолютно. Скажу честно сейчас, что я пока ее не тестировал. Но я знаю людей двоих, которым я доверяю, которые ездили с ними на карпа. И карпика 1,5-2-2,5 килограмма на них совершенно спокойно вываживали. Плюс, если посмотрите моего товарища Сергея Бурдака видео, он тоже ловит там на эту баллоночку тоже неплохих рыбок. Поэтому, ну давайте тогда разложим и посмотрим строй. Так, господа, разложили, но как меня правильно критиковали, реальную длину удочки я когда-то не сказал. Вот сейчас я сразу акцент на этом делаю. Значит, сейчас только что померили. 4,70 реальная длина пятерки и 5,70 там с копейками реальная длина шестерки. Но 30 сантиметров это многовато, но тем не менее, если тот же Колмик брать, допустим, да, то там тоже серьезная погрешность, примерно такая же. Я как бы пока в своей жизни не встречал реальных баллонок, которые по длине соответствуют заявленному номиналу, как и в общем-то махов, ну, могу по пальцам пересчитать. Ну, вот сейчас вспомнил там баллоночку, которая соответствует, да. Но, допустим, вот вспомните Black Hole, всем известный. То есть, минус 30-40 сантиметров – это просто норма. Совершенно спокойно. Ну, давайте, в общем, нагружаем. Значит, в руках у меня пятерка. Чуть-чуть трясу. На камеру стараюсь. Ну, приятное, средне-быстрого строя. Давайте нагрузим. Посмотрим, как работает бланк в условиях магазина, но ничего страшного. Ну да, средне-быстрый строй, хорошая амортизация будет, усиленные колена они дадут свою надежность необходимую. Ну, приятная, тоненькая, легенькая абсолютно удочка. Как бы ничего плохого сказать не могу. Ну, давайте шестерку. Ну вот, смотрите, я беру шестерку, не могу я сказать, что она прям вот, я как-то там... Ну, прям тяжелее или там баланс похуже. Вот удивительно, но вот мне шестерка даже нравится больше, чем пятерка. Вот честное слово вам говорю. Это раз. Во-вторых, строй. У шестерки строй как быстрее, чем даже у пятерки. Вот посмотрите, да, и прогибается она иначе совсем. Ну, они близки, да, но все равно по строю, что удивительно, да, наоборот, пятерки там в основном у нас быстрые, жесткие, испортить ее тяжело. Но вот здесь пятерочка, она... Хорошая, да, хорошая, средне-быстрая, легкая, тонкая пятерка, да, но шестерка здесь мне лично даже еще больше нравится. Ну, давайте нагружаем. И вот смотрите, опять же, сразу же по строю. Вот видите, она по строю быстрее. Видите, как идет хлыстик, да, второе колено, и все, третье, оно уже практически там чуть-чуть совсем гнется. А пятерочка, она чуть-чуть более. То есть я бы сказал, это будет быстрый строй, а у пятерки средне-быстрый строй. Но, тем не менее, опять же повторюсь, любая удочка выдержит хорошую крупненькую рыбку и мелкую рыбу. И в руках они лежат изумительно, то есть очень легко. Что шестерка, что пятерка. Вот у шестерки потрясающий баланс. Ну вот, господа, мы посмотрели, разложили, сами все увидели. Средне-быстрый, быстрый строй. Универсальное удилище, которое можно ездить и на карпа, и на карася. Можно ловить на течении, можно ловить на стоячем водоеме. Действительно классная, классный инструмент, итальянский, родной, как говорится. У вас будет в руках. Делайте заказы, мультифиш пока не есть. Мы оторвали с мясом последнюю партию и привезли вот сейчас. Думал, уже не достанется, я не смогу отснять в этом сезоне, потому что приболел, как сказал, да, вот сейчас первое видео после болезни, и сразу я его выложу, быстро здесь обработаем и снимем, поэтому люди уже многие набрали их,
купили, поэтому, пожалуйста, пишите в комментарии. Ну а вы подписывайтесь на социальные сети ВКонтакте, Телеграм, Фейсбук, YouTube, Рутюб канал. Не смотрите без подписок YouTube. Обязательно подписывайтесь. Для меня это ваше спасибо. Поэтому всего вам доброго. До новых встреч. Больших хвостов, утопленных поплавков.